Инстаграм сегодня больше, чем просто социальная сеть для обмена фотографиями. При помощи этого инструмента нынешние активные пользователи способны чуть ли не всему миру заявить о себе, а бизнесмены увеличить продажи с помощью рекламы. Это такая любимая площадка оренбургских предпринимателей. Многие туда хотят, но не знают, как туда зайти и как использовать грамотно. Потому что это все-таки социальные сети, она рассчитана больше. Как-то все привыкли блоги, личное общение, а именно как использовать ее для продвижения собственного бизнеса, для привлечения клиентов. По последним данным, в Оренбурге проживает 550 тысяч человек. По словам специалиста по рекламе в Инстаграме Петра Костюкова, 260 тысяч горожан хотя бы раз в месяц посещают Инстаграм. И первая задача предпринимателей и маркетологов – направить их в свой бизнес или дело. Какие бизнесы бы с такой аудиторией бы хорошо пошли? Это в основном те, кто предлагает продукт широкого спроса. Те, которые продукты, которые покупают, эмоционально принимают решение. Они долго там думают, не советуются с женами, там, с друзьями. Допустим, горящий тур. В соседних регионах, Самаре и Казани, онлайн намного выше, а, соответственно, и реклама там обходится дешевле. В связи с этим при настройке рекламы эксперты советуют захватывать и соседей, которые ради стоящего товара смогли бы приехать в Оренбург. К слову, этой теме посвящали значимую часть диджитал-конференции, которая в этом году собрала 1000 оренбуржцев. К нам приехали крупнейший специалист по продвижению личного бренда в социальных сетях. У нас есть крупнейший специалист по развитию YouTube-каналов. У нас единственный в России специалист по комьюнити. Каждый найдет здесь что-то для себя. Напомним, по версии популярного бизнес-издания, вторая евразийская диджитал-конференция, которая проходила в Оренбурге 2 и 3 октября, вошла в топ-12 полезных мероприятий России. Валерия Шарова, Федор Бородацкий, городской телеканал ЮТВ.